Надеюсь, Ким гордится тем, что смогла отбиться. Мама говорила, что ночь – лучшее время. Правда, никогда не говорил, для чего. Для сна, что ли? Не хватает денег, но тогда не денег, а этих плат не хватает. Надо вылазить. Когда тебя никто не видит, будешь как небе. Самолет упал в Антен. Выглядит он внушительно. Как думаешь, есть выжившие? Уже 17 лет прошло, так что вряд ли. Как заберешь груз? Я скажу, где меня ждать. Лав потащил кунчик. Ну чё, базука, пойдем. Всего лишь двое? Странно. Могу здесь оставаться, амиго!
лучший игрок. Там, наверное, в самолете куча народа. Эй, смотри, как я бесшумно двигаюсь. Я прям долбанный хищник. Я их вижу, а они меня нет. Погнали, уходим. Все, я на месте. Как же круто! Пойдем, пойдем, гоу-гоу-гоу. Забрался? Отлично, картофелина вперед! Прямо как в боевике! Свистят пули, взрывы, но сексуальный пилот все же совершает дерзкий побег. Надо будет как-нибудь повторить.
Отлично, так. Теперь испытание, что нам надо купить? Пиломет. Пиломет. Так, и что еще? Огнемет. Понял, ладно. Карта. О, надо вот это вам пост. Так, подожди-ка, база. О, фига себе, еще новые какие-то появились. Круто. Так, карта. За точку высадки. Круто. Ух ты, да нахер сразу, хера, это я с чего так шмальнул? А, огнемет, скорее всего.
На твоем месте я бы держался подальше от Иосифа Сида. А чё я базу-то не увеличил, где тачки? Нифига. Ладно, понял. Сохраняй бдительность. Давай этого чувачка опять возьмем. Так, карта. Есть, завалил, охренеть. Ты чё там скрипишь? Давай, давай. Еще одного завалить. Гений. Каждый год победителя гонки на выживание приглашают на понтовую вечеринку. Ты будешь участвовать в гонке вместо Фрэнка. Тебе повезло, я надыбал тебе отличную тачку, везучая ты морда. Осталось только победить, ведь тебе нужно попасть на вечеринку. Микки и Лу точно там будут. Там-то ты их и накроешь. Я за машиной. Встретимся вечером на этом же месте, Шнера. Походу ты...
полный бак лучшего этанола. Колеса подкачал. Полный набор. Тебя здесь знают в лицо, так что не снимай маску. Гонка начинается в полночь. Устроим шныра. Конечно, мне пистолет поменять бы. Карта. Ладно, попробуем. Порядок, шныра. В этом прикиде тебя не отличить от любого другого урода. Я все время буду на связи, так что если ты облажаешься или тебя прижмут к стенке, ты услышишь, как я смеюсь. Но ты затащишь, я уверен. Вон розовый огонь, блин, я пропустил. Ну, пистолет Галины, конечно. Тачка, конечно, вообще.
Че, я победил, да? Давай, чемпион! Оставь пушку и двигай на праздничный ужин! Отлично, Шныра! Билет на вечеринку ты заработал! Как пройти туда? Перепрыгнуть надо, вот здесь что? Понял. Иди мимо охранников, будто ты здесь свой. Там будет полно больших шишек, и все те еще говноеды. Аккуратнее, они дохера опасны. План такой, просто перебей их всех, вообще всех. Пусть заплатят за неуважение ко мне. Это было круто. Никогда такого не видел. Ладно, я пока заткнусь. Эй! Когда ствол будет на месте, я дам сигнал. Это ж ты. Герой дня. Блин, круто было. Ты показал класс. Бабах? О, да, прямо совсем как я в свое время. Спасибо всем, что вы здесь. Что приехали сюда. И тут клёво, но мы ненадолго. Вообще не круто. Мы кое-что узнали. И у нас есть предложение. Заходи давай! А это что за хрен? Циц! Он решит все наши проблемы. Угу. Он проведет нас на север и поможет заполучить... Что там, фрукт? Священный плод. Чудо нового. Да, вот его. Этот парень говорит, что этот фрукт дает охренительную силу. И если заплатите, мы с вами поделимся. Чё-то я ни хрена не врубаюсь. Мы и так сильнее всех. Она права. Он реален. Я видела. Что ты несешь? Святой плод? Не, ну это трындец. Да у вас, небось, мозги скисли, как у папаши. Еще комментарии будут? Плод получите только если все сделаете. Вы должны сжечь новое Дем дотла. Сделка есть сделка, мы не подведем. Сейчас. Мы должны спешить. Ну пошли, чё? Блин, да мы сожжем эту сраную деревню дотла. Фрукт, от которого становишься сильнее? Ирня. Ну вот же сраное дерьмо. Они уже свалились. Черт, это облом. Ну хоть с остальными мудаками разберемся. Пушка в сортире, ясно? Спрятать в сортире пушку. Не благодари. Блин, ну. Шанс упал.
Так. Отойди, блин, дай пройти за нами. Зараза, нифига он там шмаляет. Ты что слышишь, не помогаешь? Где моя пушка вообще? Верните мне пушку мою назад. Зараза. Опять что ли создавать придется, блин. Все. Пиломет еще, кстати. Ну, костюм какой-то, снаряжение, персонаж.
Внимание! Нам сообщают об атаке близнецов на Новый Эдем. Какой-то предатель открыл для них ворота. Время пришло. Покончим с близнецами раз и навсегда. Едем. Вот черт! Уходим! Рейдеры, если вы хотите поучаствовать в деле, приходите в Новый Эдем и помогите нам сжечь его к хренам. В Новый Эдем. Сюда вот надо тогда. Сейчас, походу, там заварушка будет какая-то офигительная. Сейчас попробуем. Отбиться. Надо тогда купить, закупиться оружием. Так. Надо тогда тачку заказывать.
Мне кажется, я не туда еду. Да. Ну, залазай. Не хочешь, как хочешь. Доберемся дальше пешочку. Там уже слышна стрельба. Не было шансов. Близнецы и их армия просто смяли нас. Мы не были готовы. Итан был с ними. Почему Итан был с ними? Они ушли на север. Говорили, что нас сделали. Давай. Прошу. Итан привел их. Саранча. Привет, кроль. Я думала, ты уже сдох. А ты все никак не уймешься. Упрямый, как осел. Но мы тоже. Самое обидное, что мы могли бы быть заодно. Мы с тобой. Таких бы дел натворили. Но, похоже, не судьба. Покончим с этим. Откуда он шмаляет так нормально? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, быстрее, плечку. Да,
можешь сражаться, Лёша. Давай! Ну как тебе так, херня? Ой, ты... Одну уничтожил. Нет! Кролик! Я тебе сердце вырву! Я там внизу! Хочу нахрен! Ждите поддержку с воздуха! Состав отряда. Она умерла. Давай-ка снайпер бабулю. Слышу, слышу! Уже иду! Быстрее, заматываемся бинтами. Так, отряд. Давай вот его. Это конец, это последняя миссия, походу. Эй, Микки, ты норм? Нет! А ты? Неа. Эй, ты там не сдохни. А ведь я обещала. Что? Маме, что мы не кончим, как папа. Ну, хоть повеселились, так ведь? Беречь тебя. Должна была беречь тебя, но не справилась. И, блин, мне так жаль, что я все похерила. Похерила. Кроличек, ты напоминаешь мне маму. Она верила, надеялась. Она хотела сделать этот сраный мир лучше, и нужно было послушать ее.
но все как-то завертелось. Делай, что должен. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы. Итан ушел за отцом. Ты еще можешь помешать ему. Если нет, что ж, это было круто. Да ладно, я еще жива. Ты можешь это исправить. Или просто уходи, и мы больше не встретимся. Все, окей, так. Дойдем до него. Так, а у меня состав отряда кто-то он уже, да? Да, бабуль. Так, карта.
А, у дерева сейчас мы встретимся с ним, напомню. Вон на дерево. Драться не буду. Ага, уже ждет. Ждет он меня, ждет. Бронебойных нет. Конечно, это плохо. Итан, что ты сделал? То, что должен был. Освободил себя. Освободил всех от тебя. От твоих правил. Итан, нет. Я возьму то, в чем ты отказал мне. То, что ты отдал чужаку, но не отдал мне. Я твоя плоть и кровь. Такова воля Бога. Что ты знаешь про его волю? Я пытался защитить тебя, сын! Вкус сладок. Что? Им овладел грех. Помоги, прошу. Главная битва будет. Охренеть, у меня ни бронебойных, ничего нет. Так, ну посмотри, что у меня по закупке. Так. Навыки у меня не готовы, офигеть. Я не изучал. Ух, мне капец, зря я из этого выстрелил, да, надо еще раз лучше попробовать. Из базуки лучше не стрелять. Не, из пушки вот с этой скорострельной, нормально так, завалю.
сердце. Лечимся, 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 давай, 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 лечимся. Итан, ты кем стал? Патрон надо, кстати, патрон, патрон, у меня патрон кончился. Сзади, сзади его вообще круто вали. Сзади там. Со спины, конечно. Блин, попал. Ех ты. Лечимся. Меня. Отец. Его вина лишь в том, что я его отец. Но почему мне нельзя? Ты знаешь ответ. Но я хочу быть сильным, как ты, отец. Этот дар может быть опасен. А я не хочу подвергать тебя опасности. Ну, а когда вырасту? Даже тогда. Но почему? Я его хочу. Божий замысел не таков. Ты понимаешь, Сэм? Ты уже старый. Когда умрешь, я его возьму.
Я думал, что понял волю Божью. Думал, он хочет, чтобы я создал новый Эдем. Но не я его пастырь. А ты... Мою душу поразила опухоль. Я чудовище. И нес лишь страдания и смерть именем Божьим. Моя семья стала прахом. Эдем стал пылью. Этот грех не искупить, не замолить. Правосудие лишь в Божьей деснице. Замкни порочный круг. Судья, освободи. Освободи меня. Освободи. У нас все получится. Так, теперь надо вернуться, наверное, на базу обратно. На вон душа Итана. Путешествие. Угу. Вон там могила Итана. Ой, Раша, а не Итан.
Всем спасибо, кто смотрел, кто досмотрел, кто вообще все следил за моим прохождением. Ну, в целом, игра так себе, что-то нудное, мне кажется. Минусы этой игры — это ее долгая загрузка. Понятно, что карты большие, поэтому она и долго загружается. Еще минусы — это долгие ролики, видеоролики. Видеоряд очень долгий. Можно уснуть. Вот. Суперспособности я не успел прокачать. Тут были, кстати, они в навыках. Я их не успел прокачать. Всем спасибо.